Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс. Президент России Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранить стратегический баланс и стабильность в мире. Об этом сообщает ТАСС. В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он также пояснил, что в США создали свою систему противоракетной обороны, чтобы его нарушить. По словам главы государства, принципиально важно для нас и для международной безопасности сохранить стратегическую стабильность и баланс. Также Путин в ответ на слова журналиста Андрея Ванденко о гиперзвуковом ружье на стене, которое должно выстрелить в третьем или втором акте, сказал, что в реальной жизни работают другие законы. Ранее президент России говорил, что огромные траты других стран на сдерживание России бессмысленны, так как у Москвы есть гиперзвуковое оружие. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!